Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Злой Слон и Драйвер 51 Рус. Сегодня мы катаем игру, хрен знает, как она называется, Паша, не помнишь? Это сложно выговариваемая игра, но я думаю, все поймут, что это за игра. В описании, ребята, видео, название игры будет написано. Вот, сегодня гоняем, тестируем, катаемся на пиратку. Вот, если со звуком там беда какая-то или качество видео, ну уж не обессудьте, как говорится, да? Что, мы опять поехали, ты где? Да, я тут. Все, погнали. Чувак тут стоит, думает. Пять кругов. Так, мы не ругаемся, наверное. Я надеюсь. Стараемся, да. Ну, Пашка там наверх. А где твоя машина с большими трубами? Надо будет поставить. Черт, тут поворот направо, я думал налево. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Здорово, Паша. Эх. Что творишь? Эх, догоню. Спойлер снял мне. Он у тебя был лишний. Не смотрелась машина вообще. Вообще не смотрелась. Ой-ой-ой-ой. О, у тебя стопики горят, нифига себе. Да, работают. Ты ночь приделал. И вот он, Пашка. Пашка отстает. Пашка у нас сегодня пират. У тебя, кстати, машина классная. Выше? Да. Ну, это же гонка. Это же гонка. Гонка без правил. Вот черт побери, черт побери. Ё-моё, куда меня... Ушел, по грибы пошел. Вот тебе и здрасте, называется Новый год. И все, и Пашка опять впереди. Ой, сзади меня кто-то догоняет, слушай. А это вот чувак, который с нами тут. Вроде так начал. Ой, слушай, он меня вообще конкретно всаживает сзади. Но он начало все проспал вообще. Ой-ой-ой, заборы посчитаем, давайте. Ой, что-то мы туда. Осторожней на поворотах. Двери не открываются, а отваливаются. О, нифига, мы уже рядом. А что делать? Это судьба. Как бы мне опять тут не уйти-то туда. Ой-ой-ой-ой, нормально все. Тормози, чего? Тормози! Эть, разрешите прощемиться. Ой, вдвоем прощемились, вы что творите? Ого. На, и на спойлер у тебя играл решающую роль. В автомобиле. Будем знать теперь, что у тебя отрывать надо, чтобы ты не ехал. Главное, чтобы записалось хорошо. Что-то чувак и меняет, смотри, уже догоняет. Дружочек, не надо, не спеши, у тебя колесо сейчас. О, так ты его обогнал уже, что ли? Нет, мы вот сейчас тягаемся. Я вижу, там тараньте друг друга. Все нормально. Бона-бона, тепи на мана. Во, вы там всаживаете, только дым стоит коромыслом. Ай-яй-яй, я походу ушел. Ушел я в огород. Да, я тоже ушел. Ты вообще ушел? Ну так, по полу вышел. По полу вышел. Ушел, но быстро вернулся. Незаметно. Черт побери, чувак-то не сдается совсем. Братан, успокойся! Сожгешь мотор! Да, он что-то топит за тобой конкретно. Может, он на меня зуб заточил? Я вроде не его знаю, нигде не таранил сильно-то.
О, последний круг, я берем батон. Мне бы нитру бы сейчас бы маленечко, хотя бы чуток. Хотя бы ложечку. В горшки туда плеснуть. Ой, кто-то уже рядом, кто-то жужжит. Я его буду сейчас таранить. Он тебя догоняет. Я его сейчас буду таранить, если он пойдет на обгон, я его захреначу. Извиняюсь за выражение. Как бы... Не так, чтоб сильно, но постараюсь ему не дать обогнать меня. Ой-ой-ой-ой. Игрушка, ребята, огонь. В Steam она стоит лицуха. Полторашку, да? Ну, можно, да, играть, да. Можно играть и на пиратке, как видите, чем мы и занимаемся. Это, ребята, старый добрый флотаут. Да-да-да, только в новой шкуре. Все. Прокатились. Ну, блин, слушай, вот эта, машинка нормальная, вообще чудесная. Так всаживает хорошо. Блин, конечно, у меня... Конечно, А-класс 251. Угу. У меня нету места на диске, я что-то погорячился, не этот самый. Че, все потухло? Да нет, работает. У меня там просто надо было на другой перенаправить все это дело. Там, где у меня побольше места. Я что-то не это самое. Ну и ладно, как бы, ничего страшного, покатаемся чутка. Так, ну я че? Вот сейчас я поменяю тачку. Я знаю. Ты что, ты берешь автобус? Комбайн. Ну все. Тут скорость не важна, по сути, вот здесь. Здесь важно железо. Что-то все смотрят, пересели. Да, дела. Ну бот-то бамбук курит, понятное дело. Бота машина не прокачана. О, это был я. Это, парни, был я. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то случайно произошло. Неприятность какая-то. Да, вообще замесили меня просто вообще. Да ты что-то как-то туда-сюда получился, от машины к машине скаканул и все. Сейчас над ботом поиздеваюсь пока. Так. Блин, как он неудобно прыгает, этот джипик, да? Ага. Сейчас. Все, Паша, я его того. Развернул об забор, короче. И тебя есть шанс. Ребята, так тут новое бывание. А, тут еще и новое бывание? Я думал, тут круги. Ой-ой-ой-ой-ой. А я еще его там вшатал нормально так. Давай. Он. Вы что творите, парни? Ёшкин дрын, вы мне всю тачку расколотили. Я что-то так и не понял, кто куда едет. Я даже не понял, почему я последний оказался. И за что меня втащили? Где этот черт? На, братан, прикури-ка. Отказ механизма переключения передач у меня произошел. Или у него. 10 секунд, все. Ты? 3. Да. Это плохо. 4 секунды, 2. Блин, ладно. А, все, я последний, короче, я хотел ему втащить, не получилось, ёлки-палки. Все, он вдул, короче. Вот черт побери, ёшкин, вот как тут ехать? Ты где? Низкое давление масла у меня уже, короче. Ну все, я, по сути, все, он выиграл. Размотали мне точилу в хламину. Да, однако, ребята, игрушка. Ну, это флэт-аут. Вот
Вылетай. На-ка тебе. Чё вы творите? Это беспредел. О, Пашка, ты тут стоишь, куришь бамбук. Все. Чувачок победил. Ну, ничего страшного. Так, получаем этот кредиты. Прокачиваем. Есть одиночное прохождение. Так, дальше у нас что, какая гоночка-то будет? То же самое, нет? Да, дерби. Ищ. Вау-вау. Дерби. А для дерби-то я не знаю, что взять. Остаться на джипике. Я сейчас попробую автобус. Получится, нет? Да ладно. Да ладно, ребята. Раскошмарить ситуацию полностью. Игру, ссылочку, ребят, на игру, на одиночную, в принципе, если я загружу видео на YouTube, да, то ссылочку на пиратку кину. Нет, нельзя. Блин, чё к чему? Кину под видео, в одиночку покатаетесь. Если что, мы потом, возможно, запишем, как устанавливать все это остальное дело для мультиплеера, то есть. Если получится. Если не получится, то не получится, как говорится, да. Ну, если как бы будет достаточно количество просьб. Что-то он какую-то другую машинёшку взял. Ну да. Тебя ждём, Диман, ты не готов? А, я не готов? О, я готов. О, парниша, ты тут встрял, братан. С кого начнем? Ой, Пашка, это был ты, ё-моё! Чё ты сразу в кашу попал? Не с того, по-моему, начал. Да нет, я как будто сунулся в кучу, да? И так, так и хочется, ты так хорошо ехал. На-ка, братан, покури-ка. Ой-ой-ой-ой, слушай, я куда-то в огород уехал. Чёрт побери, где весь люди? Где весь люди? Так, я вижу бота. Ай, вот зараза. Эть. Где этот парниша? У тебя тут нет? Ой, ой, просквозили вы тут мимо меня-то, ё-моё. На-ка, братан. Ой, Паша, спасибо тебе. Извиняй. Так, я его уже почти. Помогай давай. Фиксы. Ботом сделал. С ботом, да, видел, там он что-то летал где-то. Я его за один удар почти загасил. Да бот-то он, наверное, не защищенный нифига. Все, походу, бот ух ты, блин, он проскочил. От Розарио Гро еще никто не уходил. Что-то я ему вставил, даже не знаю, много там у него осталось-то, нет? Вот, да что там, ты что в стену-то вошел? Да где он бы скинулся, а где он там стоял. Вот. Все, нет еще? Да, ну, ну, братан, извините, теперь мы вдвоем. У тебя как там с жизнями-то? Да, не очень. Вот это я тебе как-то дебил. Где ты, ё-моё, вот он ты. Блин, сейчас резину все сожгем. Я не вижу тебя, где ты есть-то? А, за что? За что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что творишь? Паша, хорош, хорош! Ты меня размотаешь сейчас вообще окончательно, ядрен батон. Да вообще-то я того и добиваюсь. Черт побери, все, гейм овер. Копака меня тут развальцует, походу. Уходим нафиг огородами. Уходим огородами. Где-то ты рядом, потому что я слышал, ты об него стукнулся. А, ты, блин, как я так промазал? Ах, ё-моё, я в стену всадил. Да ладно, уходим. Ух ты, ребята, игруха вообще обалденная. Ба, да. Все, блин. Ты выжил? Да. Ёшкин кот.
Пашка победил. Ну, жестяк, ну народу мало что-то. О, кто-то присоединился, смотри, еще двое. Да, народ побольше было бы интересно. Ну, да. Это вообще прикольно. Блин, уже 6 гигов на этот, на записали. Надо резину поменять на этом. На джипике? Да. Тоже хочу тракторную поставить. Ну, она какая-то никакая вообще, что-то я... А она не дрифтует лучше. Да? Ну, она это нифига не дрифтует. О, опять то же самое. Начало, я готов. Я готов. Но это не то же самое, это восьмерка. Ну там, короче, тоже каша, короче, по сути. Короче, каша получилась. Да. Парни-то, видно, только подсоединились к мультику. Смотри, бандиты, ракета. Видно, что на этом, на дефолте не прокачивали тачки-то. Ух. Дело. Так, ну-ка. А, не, ну слушай, тут вообще будет сейчас писец полный. Полный писец. Да, с хода начнем. Опа, давай-ка ход, отдохни. Нам тут что, надо приехать первым или что надо делать? Да, да, на выбывание. Последним ехать надо. А, вот оно что. Надо, короче, протаранить. Я тут не догадался. Ну, здесь на восьмерке классно, когда машины сюда, вот тогда классно на восьмерке. Классно ловить, когда они там проскакивают. Ну. А сейчас просто машин мало, все успевают проскочить. Понял тебя. Да, нифига мужик. Блин, я забор поймал. Не, ну тут зря тут парень взяли, конечно. Зря мы на джипах, короче, поехали, да? Ну. Все, я сейчас вылетаю, походу. Меня на бандите чувачок пододвинул. Я на вылет, парни. Походу. Да, джипик тут, конечно. Я думал, там площадка будет. Все, я вышел, наверное. Нет еще. Вышел. Ох, я встал-то вообще, слушай, поперек. Сейчас кому-то там прилетит. Так, как, Паша, на тебя-то переключиться? Нашел? А? Нифига ты как припарковался. Да вообще жестко. Я вообще встал вообще посередине, она о, просто потом. Типа поймал. О, нормально ты в багажник-то присел. Нифига, я его там вообще размолотил. А крутить-то можно тут камеру, нет? Походу, нет. Ну вообще можно там, короче, надо режим выбрать. Режим выбрать камеру. Следовать за машиной. Там какая-то палочка, выручалочка. Нет, там что-то self-fudge, что-то такое написано. И точка стоит. Вот это я помню, то есть. Короче, self-catch, что-то такое. Так, хрен с ним, короче, я так ничего не понял. Будем так смотреть. Все нормально. Давай. Пашка у нас тут на джипе. Гоняет. Какой-то армейский. Трубы все кривые. А за мной типа ехал, врезался, что ли? Ну нету пока никого сзади. Ой, а этого-то я все размотал, прикинь, полностью. Да там запчасти, говорит, уже летят в разные стороны. Вау, ты чё, бандиты, этого не шкваранул?
Да я перепрыгнул его. Да я видел. Что-то ты как-то бодрячком-то. Вон он едет. Кот там едет этот, коды. И еще кто-то еще. Я бы уж кваранул вот так вот так. Бабак. Чё ты остановился? А, вон бандит этот стоит тоже, все, выбыл. Ты второй, что ли? Заражён. А-а-а, пролетел! Надо было навстречу ему ехать. А, слушай. Так если я его сейчас гасану, я выиграю. Ну да, если ты его гасанешь. Смотря сколько у него там. Акела! Акела промахнулся! О, слушай, его чтобы гасануть, это много надо. У него почти целая машина, как у тебя. Все, гейм овер. Ну ладно, нормально. Тоже хорошо, да? Сейчас что, опять что ли, лобби? Это какая-то гонка. Опять восьмерка, что ли? Нет, сейчас следующая трасса будет. Да, опять восьмерка. Ёлки-палки. Надо тут тачалку поменять. Тот джип тут не актуален. Ну да, он, конечно, не для восьмерок. А, нет, вот тут нормально, слушай. Да нет, он не для восьмерок, Дима. Да? У него, конечно, у него скорости нет. Давайте я тогда поеду на бандите. Так, что там, готов нам нажимать? Готов. О, Иван вернулся, смотри. Этот, который на желтой машинке с акулой катался, в самом низу он висит. Ага. Он опять на этой, на РС-ке, на быстрой, по своей. О, я взял эту опять с трубами, которая. Ух, с коляской там кто-то, слышишь? Тут у кого-то ребенок, ребенок в салоне. Осторожно. Осторожно, дети. Да-да-да. Ой-ой-ой, нифига поворот такой. Здраво. Пропустите, я с яйцами. Да мы все с яйцами. Я с куриными. Пропустите инвалида. Вот такого я еще не слышал. Огонь. Блин, я что-то последний, что за фигня. Да я тоже тут что-то не сильно быстрый какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой! Там смотри, он чувак с топором в спине. О, нормально. О! Нифига ты тут даешь на своих трубах-то. Выправился, то есть он более-менее. Ой-ой-ой, дайте прощениться. Держу, держу, кажется, держу. Чё, думаю, с тобой тут заруба пошла. Ага. Ё-ё-ё-ё-ё, я сейчас улечу вообще за круг, наверное. Притирочку пойдем. Там что-то парни. А, все уже что? Ааа, я вылетел. Нифига ты там улетел, какой-то огород. Ладно, финишировать успел, самое главное. Нормально. Ну, нормальная игруха. Всем, друзья, ссылочка на обычную, без мультиплеера, ребят. Да, довольно веселая. Выложу я под видосом. И в группе она у меня есть. Ссылочка на группу тоже присутствует, так что можете проходить и качать. Весит, не помню, там в районе, наверное, 9-8 гигов она.
Так, ну что сейчас Ребята, будет? если надо будет Мультиплеер, да, мультиплеер, пишите. пишите, 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 если Пишите. надо, если достаточно народу напишут, запишем руководство. Да-да-да. Если что, обращайтесь в группе. Павел у меня является администратором мододелом, поэтому внизу справа найдете его. По ссылочке можете проходить, писать ему. Так, ну что? Надо менять тачку. Срочно, срочно, срочно. Что там? Типа, или на бандите поехать? Ладно, поедем на бандите, ладно. Поедем на бандите. Тут какая-то прям быстрая, быстрая гонка, ёшкин кот. Семён Семёныч. Ну, я на это же поеду. Да. Нормальная тачка. Так, кто-то не готов. А не готов-то как раз я. Да. И я. И ты, и ты. У меня загружается еще, прикинь. Я чудо это. Ооо. Да, это плохо. Ёпки-палки. Так. Начнем с Ивана. Начнем с... Ё-моё, у меня все, ДТП жестко, ядрен батон, восстановиться, срочно, срочно, ребята, восстановиться, потому что опоздаю. А это что, на выбывание, что ли? Да. Ой-ой-ой-ой, что-то они все едут навстречу прямо. Давай, бандит, чади. Бот опять тупит там на своем джипе. Ёлки-палки. Тормози, тормози, тормози. Нормас. Да ты там желтенький опять. Ага. Мелькаешь. Да меня можно узнать по трубке. Да тут пока трубы не, труб не видно. Блин, попасть бы хоть. Попал. Все, бот выбыл, слушай. Да, ну вот эту трассу, конечно, лучше бы, конечно, не на выбывание, а на круги. Да, но на круги. Да, ой-ой-ой. Вот там у вас мясо какое-то, слушай. У нас тут ошибка какой-то. Закусило. Ну ты куда ты едешь, ты Иван чай? Иван чай. О, Иван оказался сзади. Теперь надо дать ему не обогнать, как говорится. Не дать ему обогнать, дать ему не обогнать. Я тут таких слов вам наговорим. Мы таких надо не знали. Ну сейчас ничего не дать. Так, так, так. О, Иван вылетел, слушай. О-о. Я-то теперь последний. Парни, подождите меня. Подождите меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тут все пособирал. Чумок и не мог. Так. Сейчас я постараюсь посылочку тебе отправить. Хочешь развернуть его? Смотри, сам не улети. О-о-о-о. Блин, колеса. Это были колеса, ребята. Пашка раздает покрышки. Ух, ёп. Русский городовой, да ты мне уже колесами закидал просто. Сейчас я походу вылетаю. О, вышел, вышел он, вышел, вышел, вышел. Диман, давай топи, Диман, топи, топи. Да какой я сам тут как вместе. Ой, с вами. Все, он и камень еще, давай, Диман, давай. И, привет. Все, походу он на вылете. Все, да, чувак вышел, короче. Вот, фартануло, это прям я не знаю. Все, вышел. А где первый? Я фиг знаю. О, а первый тут в натуре где? Я не знаю. А что, еще есть где-то первый? Да. Я думал, ты первый. Я его всю гонку не видел. Я вообще понять не имею в виду. Да он, может, квазанул просто сразу изначально и все. Боже. Слушай, ну бандит не вытаскивает тебя вообще, как бы, не могу тебя догнать. Кто-то вышел. Кто-то обиделся. Да, кто-то обиделся жестко. О, черт побери, я тоже там же был. Я потерял одну трубу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Паша, подожди! Подожди, подожди! Все, нет, не все. Не сегодня.
Воу, я ушел, да я улетел сам, подожди. Давай быстрее, 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 быстрее. Да ешкин кот, все. Слушай, посмотри, где этот чувак. Чувак вон впереди, у него еще какой-то шарик там в машине, черепок лежит. Он вообще... Я не могу врубиться, он уже где-то на горе там наверху, на самом. Нифига он далеко. Точило тут с черепами весь. Он все, он уже сейчас вот финиш, к финишу подъезжает. Все, вот он уже по асфальту идет. Так что ты должен уже скоро-скоро вылететь. Коды опять там шпарит. На этом, на пикапе. С черепушками. Вон ты сзади где-то далеко еще светишься. Эх. О, вот у него ведро там тоже, конечно, размотанное. А где его так размотало-то? Все? Уже все, все уже, Паша. Game over. Я его хотел лоб-лоб поймать. Угу. Я бы его все равно не догнал. Так, ну слушай, надо тачанку менять полюбасу. Полюбасу, ой, не успел, ребята, поменять машинешечку. Сейчас все поменяем. Так. Пум-пурум. Так, срочно надо поменять колеса. И я даже примерно понимаю, на что я поменяю. Так. Вот эту машинюшку берем. И все, готов я. Готов. Ну, забавная игрулька, ребята, конечно. Жалко, что это, ну, не лицуха. Сервера тут самим не посоздавать. То есть тут есть, набираете мультиплеер, сервера. Есть определенное количество серверов, на них можно кататься. Да, с серверами тут проблема, конечно. Так, Иван, коды что-то тут уже зашли. Этот Ну-ка, я вот это попробую. Эмброзия этот опять пришел. Ты что там хочешь? Какую-то быструю тачанку? Что, я же нажал, готов, понял. А вот, все. Кто-то тут с акулами опять. Ой, блин, это ж ты. Берем батон, у тебя тут получилось. Не хотя бы. Это не я, это. Ну как бы я и не я, меня тоже тут прессовали, я в тебя уперся просто. Поэтому тут вообще без вариков было. Так, чувак с акулой ушел на прогулку. Слушай, тут вообще жесткая трасса. Это какие-то петли вообще. Да, вообще жесткие петли. Пять кругов. Еще и пять кругов. Мы тут не дотащим. А, вау, блин. Ё-моё. По-моему, мы ездили эту трассу только вот наперед. Да, по-моему, да. А может, нет? Не-не-не. Я чуть не ушел. Ой, я за тобой. Плити, матик, иди. У-ху! Вот я вот. О, все, меня размотали. Да черт тебя дери. Вот ты человек плохой, редиска, а. Вот это с акулой. Да, чуть не рухнулся, смотри, ребята. Кстати, вон его акула валяется. Это вот этот чувак на желтой машинешке. Я даже не знаю, не вижу. Так это Иван, по-моему. Да, вот ты Иван, зараза. Что за Иван? Ну слушай, он меня развернул вообще жестко, прям выкинул в огород туда. Сейчас бы, Иван, мне бы до тебя добраться, я бы тут уже дал бы прикурить сиганца. Все, Иван, покури бамбу. Ну, что мы оторвались еще. Да, у меня война с Иваном.
Ау, я ушел в лес, твою ж мать, а Иван за мной. Просто пролетел, как ракета. А Иван и вас над головой не свистели. Такой, тю, я в кусты, он надо мной. Ё-моё, врезал. Вот трасса. О, Пашка, привет! Боюсь ты, мать, а. Прости, я не хотел, прости, я не хотел. Я даже, ребят, вышел на второе место пока что. Кто-то с этим жужжит прям жестко. Это Пашка. Да стой ты, стой! Да блин, все, я в лес ушел. Вот я в этот лес тоже только что на том круге уходил. Давай. Иван, кстати, вот на этой машине с трубами навяливает вообще жесть. Которая у тебя должна вот эти с прикуривателями стоит. Да. Эти. Нет, та-то хорошая, я сейчас другую взял. Это какая-то она вообще не такая. Блин, ну трасса, конечно, на букву говно. На букву Г хотел сказать. Не слушайте, ребята. Так, чё, о, всё, завершили, ёшкин дрын, наконец-то. На букву, которое слово. Да, на букву, которое слово. Фу, ну жёсткая трассюлька такая, да? Слушай, ну не то, что такое ведро с этими, с трубами, с такими веселыми взять. Не, там, кстати, а у вас что, ещё там битва, что ли, я не понял? Нет, вот последний доезжает. Я смотрю, что вы все едете куда-то. Не, на самом деле машина какая-то хорошая, труба, которая. Она довольно так неплохо дает. Ну я готов, опять на этой поеду. Опять поедем мы на этой, ребята. Ну, часок, наверное, да, мы позаписываем, посмотрим, как еще. Я посмотрю, ну, еще, да. как запись. Если что, то все это мы загрузим. Че, это жизнь такой? Загрузим загрузилку. Какую, с трубами? Нет. Такую, на которую вы ездите. Да. Как он там, спидбирд? Спидбирд. Ну да. Так, игра сейчас уже скоро начнется. Я готов. Да тоже, тут один такой не готов. Новый какой-то пришел, он жарит. Ага. Гейм какой-то непонятный. Да, ракета, что-то он тут, он вообще с ракетой погорячился. Наверное, еще не знает, какие кнопки нажимать. Да? Ну, так он сейчас и не поедет. Он сейчас, наверное, и не поедет. Потому что время кончится и выкинет, как тебя тут раз. О, мне походу нажал, да? О, нет, вот он на ракете стоит. Опять у меня бампер куда-то выкинули. Оторвали кузени в фене. Кто-то там так погано жужжит сзади прям. Неприятный такой звук у него двигателя. Ого, вот это поворот. Ой, это был Иван. Не пошел бы ты, Иван, в сад. Зараза, вытянул меня с трассы. Паша, посквозил тут под шумок-то. Оу! Это что там за разбитая тачка стояла? Что-то я даже и не понял. А, на выбывание, что ли, опять? Да. Вот. Ну куда ты покатился-то? Да ёшкин я в отбойник воткнулся, какого хрена? Извиняюсь за выражение, ребята. Да и опять.
Да я все уже собрал, что мог, что не мог. Меня уже Ваня вон натащил. Ваня, ну-ка иди-ка в сад. Когда там кто-нибудь уже выбывать будет? Блин, отбойник чуть не схлопотал. Блин, ну Ваня тут пристал ко мне прям. Не отогнать. Да ё-моё, тут еще один этот теперь стоит. А это все, меня развернуло. Тут отбой стоит. Пипец, тут все. Проедешь. Тут вилы, короче. Нет, ну на это, кстати, довольно легко выиграл. Твою мать, ну что ты будешь что делать? Тебе, а? Ваня, Ваня тебе там. Нет, все, капец. Твою мать, а. Че капец? Да блин, развернуло. То есть мне надо было там с ботами не бодаться, а мчаться быстрее, я больше. Да? Все, меня выкинуло. Дыщ, я вообще куда-то в огород куда-то заехал. Как я так, а? Ну, он бы меня фиг догнался. О, так у тебя от тачки уже что-то ничего не осталось. Ого-го. Так меня развернул, он мне со всего хода как дал. Ваня опасный чувачок-то. Он да. Засаживает, только свист стоит. Вот здесь я, блин, за этот... Да, за красный? Я тоже за него думал, да. Зацеплю, что как-то меня пронесло просто. Я мордой зацепился за него, меня развернул. Ну я тоже думал, ух ты, нифига ты там сжиганешь на двух колесах. Да, металлолом там. Так. Можете, в принципе, ребята, пока по ссылочке кто скачает. Проиграл на ровном месте. Проходить карьеру или сами создавать гонки, ставить ботов. Весело тоже погонять. Приготовиться к мультиплееру, да? Так, ну... Ну да. Что-то похожее не на ту же самую трассу. О, дерби. Да ладно, где? Арена разрушений. Сорян. Так, точно дерби? Надо тачку менять. Да. Тачку менять на джип, а где джип? Я джип отберу. Старт, готов. Определенно. Да, я уже в джипе. И уже готов. Я уже в каске. В шлеме. Так. Двое там в выборе автомобилей. Рот. Что там за рот какой-то? О-о-о. Чок-то где? О, на акуле. И колбасить акулу. О, один чувак вообще не бронирован. Ой-ой-ой, меня тут завалили до конца. Еще бот тут, блин. Иван, зараза, скидывается. Ну да, но дело тоже может, в принципе, скидываться. Ох, я тут чувачка-то раздербанил. Эх ты, блин. Она, в принципе, полезная такая штука скидывается. На, задел его сейчас. Где народ-то? Не вижу нифига. Что-то я тут немножко перевернулся. Готов. Так, кто там еще остался живой? Вот. Бот не в счет, он считает труп ходячий. Нифига, ты видел там что за замес?
Что-то я уничтожил, короче. Что-то... У меня все, короче, конец. Давай, поехали, братан! Зря я в тот замес залез. Ой, у меня критические повреждения. Ну, короче, я, знаешь, что понял, джип не особо крепче-то остальные. Ну да, по сути. В принципе, тут самое. Важна скорость. Ни хрена вот себе. Это был выстрел. Это было вообще красиво. Нежданчик, блин, на лету прилетел. Прям отлично. Ну да, со стороны бы посмотреть было прикольно. Так, я думал, он успеет проскочить. Подпрыгнул еще вообще прям смачно. Прям в самый правый... Зад ему вставил. Ух, от души. Так. Сейчас-то что у нас? Уп. Гоночка, да? Гонка на выполнение. Альтернативный маршрут. Меняем тачку. Как это альтернативный? Куда хотим, туда едем? Да, через кольцо, то есть. Хочешь туда едь, хочешь туда едь. Дела. Так, что у меня тут есть еще из тачек-то? Пока не знаю. У меня вот такое ведро есть, я на нем еще не ездил. Ну, мне, видишь, надо тачки покупать, покраче, попрокачать. Уже заговорить стал. Тихо. Опа! Иван пошел у нас на бою. Твою мать, вот бот он как всегда, он все через там жопу делает. Вот тупит постоянно. Чувак, что-то не в ту сторону ломанул. Ага. Переходом. Прости, братан, это спасибо. ничего личного, это гонка. Теперь твоя очередь там с Иваном бороться. Ладно, Дмитрий Николаевич, запомним. Запишем это. Так, все, я убегаю. Чтобы не забыть. Куда ехать, я его забыл. Пока назад оглянулся, забыл, куда ехать. А ты-то прям вот так хорошо прям подставился, грех было не развернуть. Ой, кто-то уже сзади жужжит, слушай. Ой, это Иван уже. Ты чего, пропустил, Иван, что ли? Ничего себе, конечно. Я его первым развернул, слушай, сейчас мне будет там мстить. Меня там зафигачил такие дебри тут. Блин. А ты, Иван, зараза. Мы наравне сейчас с кольца выходим. О, еще кто-то тут пролетел, ёшкин кот. Это я. Не, и ты тоже. А, еще кого-то. Да, еще один пролетел. Блин, сейчас Иван меня тут будет прессовать, я так понимаю. Вот. Пес смердящий. Он меня развернул. Все, он ушел первый, Паша. Иван, он сейчас опасный тип. Ну да, он большой, жесткий там наверное. Ну, нормально так. Да. Надо тачку как у него купить. Что-то такая вроде. Тут же парь стоит этот ботовский. Блиц. А, на вылет. Да, на вылет. У меня уже дверь открылась. Как бы не выпасть. А, с машиной! Вау! Фу ты! Еле вписался в поворот. Ну что, Иван, я тебя встречаю, где ты есть. На тебе, ешкин кот, от души, как говорится, да? Блин, а я провалился. А я ему всадил вообще нормально.
Вот, у него тачка на размотан, обхламил, там двери открыты, дели. Все, я умру. Третья позиция. Ё-моё, он прям вот прям хочет меня ужалить. Зараза. Иван, отвали! Отвали, Иван! Блин, давай, газу! Ёлы-палы, ёлы-палы. Там несколько секунд уже осталось, да? Ой, да вообще тут маленечко, маленечко. Ой-ой-ой, давай, скорее, скорее, быстрее, быстрее. Походу все. Пух, я вылетел, ёпсель-мупсель. Прикинь, вот это подстава. Все, Иван выиграл, прикинь. Ловлю его на круге. Все, прикинь, он первый зашел на кольцо. Вообще позоруха. Вот так вот он мне дул вообще на ровном месте. Ёшкин кот. Вот это подстава. Ну я сам, видишь. Я думал, все, финиш проезжаешь. Ну, да. Вот эту ерунду и все. Я и расслабился. Я назад оглянулся, где он там едет. А потом понял, что ехать надо дальше. А скорость-то, мама, не горюй, поворот этот налево. Ё-моё. Ну ладно. Будем знать, что. Так просрать вообще на ровном месте. Иван там, наверное, сидит, подпрыгивает на стуле. Так. Паша что-то взял квадратную машину опять. Да, я на тоже буду. На вагоне. Так. Этот спойлерон декоративно, он отлетает сразу, первый же удар, ё-моё. Короче, первого надо долбить Ивана, я понимаю. На-ка, Иван! О, кто там? А, и ты там будешь? Меня ты вообще всех удал. Ивану надо тачку размотать, чтобы он ехать не мог. Вау, вот это нежданчик! Ой-ой-ой-ой! Вот это мясо! Тиски какие-то! Да вообще там что-то клещи, а не тиски. Все тачки превратились в хлам. А, ну эту трассу мы тоже катались. Да, это просто, да. Тоже задом наперёд она. Ивана уже тачка разбитая нормально. Да блин, опять задел. Ух, что-то лагануло меня. Иван меня хотел засадить и мордой в отбойник воткнулся. Нарезал мне слегонца, конечно, но в отбойник как вошел. А, тут у нас круги, да? Круги, ну, 5 штук. Это я. Ой, Иван уже сзади лежит опять. Хватит опять там сзади. Мне это не нравится. Издержки производства. Ой, тормози, 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 тормози. Ну, админ зашел. Сейчас мы его один раз где-нибудь об стенку шандарахнем. И выйдет. Ага, и выйдет. Ух ты! Ух ты! Я думал, все, сейчас ты загонишь сзади, тут развернешь. Фу. Вовремя эти. Кстати, вот на этой срезке успеваешь немножко это рубануть. Быстрее получается. У меня машина просто по-моему. Вау!
Ну я чуть-чуть, блин, достал. Ой, пишет, откуда ты? Откуда? От верблюда, откуда ты? Они еще успевают тут сообщения писать. А он это... отыгрался. А, он отыграл уже? Да. Откуда тебя? Зачем ему знать, откуда я? Ну, у тебя и так регион написан. Ну, да, и дураку понятно, что как бы регион нарисован. Сиди там, чего, откуда ты? Оттуда. С Гонконга, понимаешь. Кинг какой-то заходит, слушай. Блин, за мной Иван ехал. Вот я, Вася. Ты что, пропустил его? Да, прикинь. Ой. Я думал, я последний. Я еду, уже не напрягаюсь. Давай, 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 Паша, давай, газуй, газуй! Нет, нет, нет! На месте, в самом конце! Ваня там подкрался, вообще жесть! Сорян, сорян, друзья, Пашка, Пашка просто не ругался. Пашка, Пашка не ругался. Пашка огорчился. Уф. Вот зараза-то, а. Ну, вообще засада. О, 56 минут уже пишем. Даже не знаю. Тут эмоции, ребята, тут по-другому нельзя. Да, тут вообще аж прям захлёстывает. Считайте, едешь, раз и все. Да. Ну, ссылочка, ребят, на игру, на обычную, пока что будет под видео. А по поводу мультиплеерной пишите, если что, либо Павел, либо я объясним, запишем видео, возможно, как что-то устанавливать, как это все работает. Я бандит возьму. Да бандит тут не потащит, Паша. Да, ну не потащит. Бедный бот на этом самом. Надо что-то за мясо. Это мясо какое-то. Какое-то мясо. Какое-то, а мы тут раз катались уже тоже, да. А, слушай, тут проезда нету было наверх. Что-то лагает. Да-да-да. Ну, я тоже полагаю. О, черт. А вот тут колеса были, что-то колес нету. Слышу, сзади все жужжат прям. Даже оглядываться не хочу. Страшно, страшно оглядываться. Он тут вроде прямая. Ой-ой-ой, там сколько летит сзади. Трансляшку, ребят, никак не замутить. Экшен напишу. Бандит летит, короче, все. А, нет, не бандит, это Иван. О, тут уже один приехал. А, это на выбывание, смотри. Гонка-то на выбывание, Паша, поспешай там. Ё-моё. Да-да-да. О, чёрт побери, чёрт побери, чёрт побери. Всё в порядке, я за тобой. Блин, такие, прыгает машина, все как надо, да? Физика нормальная, да? Физика все нормально, хорошая, да? Да. Управление, физика, приятно. Все хорошо прям, да. Ну, как у обычного флэтауте, как бы, вот один в один. Да, она вот, очень сильно напоминает флэтаут 2 прям. Ну, не хватает, да и первый тоже, в принципе, суть-то та же. Ну да. По сути. Что первый, ну, что второй, ну, прям... как бы. Я по управе, я говорю, я прям сел. Ах ты, зараза, меня Иван раз... зараза.
Все умотал. Ё-моё, кто-то уже у меня сзади жужжит. Иван там жужжит. Да ладно. Да. Он меня развернул. Ё-моё. Иван опасный парень-то. Вам вообще он... Твою ж дивизию, я в тачку какую-то вхреначился. С трамплина прям вышел и баба... Кто-то стоит геройский такой. Вот он. Поддымляется. Да, Иван умеет удивить, конечно. Да ё-моё, давай! Вы чё там ещё едете? Да. Где? У меня позиция один и всё, и больше ничего нет. Кто-то уходит, приходит, это же понятие могу. Давай, поехали! Давай газуй, братан. Ты чё там, Паша, где? Я тут ещё бьюсь. За место под солнцем. Вот что за дерево там стоит. Опять эта тачка с прыжка с трамплина. 9 секунд, 6 секунд, сейчас я админа выкину с гонки. Я одна, всё, админа зашёл. Да ехали, вот. Там когда-нибудь конец-то будешь, ты не поймаешь. Еду. Один из трех, то есть еще трое, что ли, остались? Ебаю. Давай, блин. Е-мое, уже сзади кто-то там преследует, прям жестко причем. Поехали. Вот чёрт побери. Тачка на дыбу встаёт. Вот, ты вышел? О, а кто там ехал перед тобой? Иван? Иван. Да. Ёшкин кот. Как мне ещё Ивана тут бить? Ёшкин кот. Мне б тут не лохануться. Бляха, забор, набор. Он на хвосте у тебя, он вообще догоняет. О, нифига, он там в поворот-то вошёл с дымком. Тихо, он шкварит, как будто не воет. Ау-ау-ау-ау, я что-то перепугнул, стал все заборы собирать. Давай, роднуля, вытаскивай. Может быть, мы успеем. Ой-ой, кто-то стоит. Вот что, залагало вообще жестко, слушай, а. Нет, не спилился. Все, ты выиграл. Фу ты, ядрен батон. Вот это мясо. 1030 дали. Это было, да, круто. Внутренняя петля какая-то. Ну слушай, вот эта машинешка вообще нормально, вот этот спидбирд вот этот. Прям радует. Такая она. Бодрячком. Ну, конечно, надо другие попробовать машинешки. Ну. Обратный круг какой-то. Какой-то не все время же выигрывать. Ну да, как бы. Надо поглянуть. Бывает такое, ребят, что мы заходили вон с Пашей на сервер, да, и вдвоем там катались там плюс два бота. Или втроем. Можно было выбирать машинешки такие полегче. А тут, когда народу много, все, естественно, берут самые быстрые машины. То есть на середничке там не засадишь. Так, готов надо ставить. Так. Ну что, наверное, я не знаю, еще давайте гоночку. И на этом запись мы закончим.
ты сразу Ивана в сторонку. Ой-ой-ой. Кто-то мне полирок. О, все, что-то у меня лагать начало. Прям вообще конкретно лагать начало. Что-то залагало. У тебя Паша не лагает? Нет. У меня вообще просто жестяк. О-о, это был я. Я заметил. Я ему успел прочитать твой ник. Ничего себе, ты там ездишь, через разбойники скачешь. Началось весело опять. Да, понесло, что говорится. Ой, о, ехать так. Тут же налево, ё-моё. Бэм. Я Ивана развернул. Паша, давай, побыстрее. Раскакивай. Я там чувак улетел вообще в хламбру. Ой, да ты сзади. Ага. Ивана я успел подловить на повороте. Ух, вот это гонка. Так, вот тут поворот, я помню. Теперь я помню, что здесь поворот. Вау, еще и тут поворот. Ничего себе, такой враг перескочил. Вот это нормально, его можно в прыжке прыгнуть. Вот я перепрыгнул, сейчас просто перепрыгнул. Так, тут я Ивана развернул, это тоже помню. Вот здесь сейчас шпилька будет налево. Вообще отлично. Ну, тоже такая прикольненькая трасса такая, да? Но... не сильно напряжная. Тут есть вообще, я по карьере вот проходил, там есть прям вообще одна трасса, она прям скоростная. Капец, вот ее бы поймать. Тоже, блин, вообще прикольная. Там вот таких вот поворотов, вот таких вот затяжных, которые можно просто в скорости пролетать. Много, то есть. Там постоянно едешь, скачешь так, на дальнюю дистанцию, вообще прикольно. Не, ну вот эта машинёшка хорошая, мне прям нравится, она так нормально входит. Она самая мощная, я тебе так скажу. Мощнее нету. Поэтому нормально едем, да? Да. О, Паша, ты что сделал? О, слава богу, вырубился. Ой-ой-ой-ой. Держу, держу, кажется, держу. Ой, все, походу, не держу. Держу, не держу. По внутреннему. Надо было тебя развернуть. Там сзади кто-то еще жужжит, это не Иван. А, все, мы приехали. Так что вот, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ссылка на группу есть, проходите. Пашкину группу найдете у меня в разделе ссылок в группе, он админом у меня внизу найдете в группе, так что можете писать и мне, и Павлу. Игрушка клевая, ссылочка на игрушка, игру. Да, вообще веселая, в принципе. Будет по видео, в описании под видео, если это видео выложено. Все. Угоняет железо помять. Да. Так что все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачи и пока. С вами был Драйвер 51 Рус и Злой Слон, как всегда. Сейчас подождем и остановим запись. Пам-парам. Так, в итоге час
Сейчас 10 тюкнет, и все. И рубим. Да, наверное, записал я много гигов.